Привет всем, это исследователь. Очередной ролик про Сбербанк. Ну просто сил нет на него. Хоть каждый день ходи, снимай с утра до ночи. Вставил карточку, чтобы оплатить телефон. Платеж вроде прошел, все нормально. Потом терминал, не банкомат, это такой плоский, высокий. Он завис. Белый экран, и карточка там зависла. А представляете, потом ходить надо десятки дней, ждать. Это же Сбербанк, там все так делается. Карточка причем не Сбербанка, а Яндекс.Деньги. Ну, почти что это одно и то же, одна и та же фирма. Я уже знал, подготовлен уже десятки случаев говна от Сбербанка. Я не беспокоился, ну, пытался себя сдерживать. Стоял-стоял, нажимал корректировка, отмена. Через минут пять он ожил, и она выскочила. А так уже собирался звонить в поддержку. В поддержку и говорить, чтобы вернули карту и ждать месяц возврата карты. Так что никогда не наладится ни государство, ни Сбербанк, сколько там начальников не меняй. Потому что такая схема, чтобы эти все триллионы рублей тратились на моральных уродов, а вы парились. Ну и в итоге просто умирали ни с чем. Жаловаться тут некуда. Но можно закрыть это государство, на то у людей есть право. Всем спасибо, пока. Сбербанком не пользуйтесь. Я и не пользуюсь. Я же сказал, это карта Яндекс Денег. Ну, иногда просто нужно внести немного рублей. Все, больше ничего нету. Ни счетов, ни вкладов. Я не такой, что говорю одно, а делаю другое. Стараюсь делать, но тут приходится иногда вот пользоваться. Всем пока.